по государственной программе развития образования к 2015 году мы предполагаем полное разделение процедур. Если сейчас ЕНТ совмещает в себе выпускные экзамены и вступительные экзамены, то мы хотим развести эти процедуры по двум причинам. С педагогической точки зрения, это очень трудно в одну процедуру совместить цели двух совершенно разных педагогических измерений. Одна цель – замерить, что ты усвоил, другая цель – как ты можешь конкурировать с другими. В одном тесте это очень трудно сделать. Поэтому и вторая задача – это снизить нагрузку, социальную нагрузку на ЕНТ. Сейчас на ЕНТ слишком много социальных функций. Это твоя судьба за 11 лет, и если ты на Алтенбельге претендуешь, подтвердишь ты или нет, аттестат особого образца подтвердишь ты или нет, это доступ к высшему образованию, наберешь ты 50 баллов или нет, это на платной основе, доступ к высшему образованию за счет государственных грантов надо конкурировать, это рейтинг учителя, школы, региона в целом. Конечно, появляются большие соблазны, чтобы каким-то неправедным путем получить завышенные баллы. Чтобы этого не было, мы делим эту процедуру. Будет выпускное тестирование национальное, оценки которой пойдут в аттестат и результаты которого будут использоваться для мониторинга качества образования в разрезе регионов, в разрезе школ, отдельных классов, даже каждого ребенка. И второе тестирование будет для поступления в ВУЗ. Там будут уже использоваться тесты специально для конкурса. И каждый ВУЗ, для каждого ВУЗа, для каждой специальности будет свой набор предметов, учитывающий специфику будущей специальности. В этом году обязательно, прежде чем что-то запустить, мы должны апробировать. Поэтому в 32 школах, то есть во всех 16 регионах, в одной городской, в одной сельской школе, будет проведено пробное тестирование, которое не будет иметь никаких юридических последствий, с целью того, чтобы понять, как дети справляются с новым форматом тестирования. Мы предполагаем, как, что будет один общий тест на общую функциональную грамотность и логику и пять различных блоков тестовых заданий по 5 предметов, которые будут меняться каждый год, чтобы дети не концентрировались на изучении только определенного количества предметов, а чтобы все предметы изучали одинаково. А уж какой попадется на экзамене, это другой вопрос. Вот. В 32 школах будет проведен такой эксперимент. На следующий год он будет расширен. А что касается вступительных экзаменов, то уже после проведения тестирования в этом году, когда уже наши абитуриенты будут корпус сформирован, на базе вузов мы хотим провести пробное тестирование для поступления в вуз, чтобы обкатать новую технологию, новые тесты. Мы планируем, что будет также один общий тест логического характера и два предмета, учитывающие специфику вуза. И сейчас очень активно обсуждается, продвигается вопрос о том, чтобы ребята по окончанию школы обязательно сдали КАС-тест.